Злу не укрыться от священного огня. Огонь осветит его, сожжет, очистит. Огонь осветит, сожжет, очистит. Узрите все пламень милосердия. А тебе, выродок, особый костер. Ты будешь гореть медленно и молить о смерти всеми голосами сразу, как все твои. Я не сделал ничего дурного. Ничего. Я просто хотел жить, как вы. Помогите, люди добрые. О, это ж Доплер. Надеюсь, Дуду ему не попался. Ну и ветер. Эй, ты! Проваливай отсюда! Мы с этим домом работаем! Считаю до трех, а чтобы вас тут не было. Раз. Ты слышал? Два. Гляньте на него. Он нас тут пугать будет. Три. Ты себя прилично. Это Новиград, а не твоя дома. Держитесь вместе. Собачий потрох! Иди, иди сюда! Бей, убивай! Твою мать! Только не бей! Где чародейка, которая здесь жила? Должно быть, залегла в какой-то норе, как все остальные. Кто может знать, где она скрывается? Я бы ее поискал в гнилой роще. Где эта гнилая роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место. Может и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай, или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про гнилую рощу знают. Значит, здесь у нищих свой король? С короной, со скипетром? Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. И ты поосторожнее. В рощу даже Менги не суется. Кто меня звал? Чего хотел? Менги. Храмовая стража. Взять это воровское семя в комнату дознаний. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки! Так, по-твоему, их имущество можно грабить? Но магии и чародейки вне закона. Но их скарб — забота храмовой стражи. А Новиград — город законопослушный. Ты знаешь, что нетопырь чует мотылька за милю?
Здесь дело не в чутье, а в слухе. Надо же, и в нетопырях ты разбираешься. А я думал только в монстрах. Как нетопырь чует мотыльков, так и я чую чудовищ. В Новиграде нет места таким, как ты. Я не сделал ничего дурного. Но сделаешь. Такие рано или поздно всегда ввязываются в неприятности. А этот город под моей охраной. Моей и вечного огня. Пока я не могу тебе ничего сделать. Но я знаю, что ты здесь. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Я буду первым, кто об этом узнает. И тебя отправят на дознание. Как каждого магического выродка, который набрался наглости марать наш город. До встречи. Мои извинения, сударь. А ну-ка, най отсюда! Держи, вора! Скорее, ну и что нет. Он у тебя взял? Порядок, есть порядок. Это еще не так плохо. Смотри под ноги. Яблоками. Было контрабандное вино спрятано. Пожертвуйте ветерану сражений с черными. Где сражался? Тогда в Англине. А в эту войну в Цидарисе и на берегах Понтера. Пожертвуйте! Помоги мне найти гнилую рощу. Ничего я не знаю ни про какую рощу. А про гнилую и подавно. Я не садовник. Это очень важно. Оставьте меня. Ничего я не знаю. Как там идут дела? Он осторожнее, чем я думал. Близко не подойдешь. Люди! Меня грабили! А потом что? Добровольное пожертвование в пользу Ритании? Или изгнание?
Капитал, можно сказать. Милостивый сударь, дай мне хоть крону. А если не дашь, моя больная матушка с голоду помрет. Получишь, если скажешь мне, где гнилая роща. Ничего не знаю. Забирай свои деньги, а я ничего не знаю. Ступай своей дорогой. А когда ты последний раз мыл голову? Что, седой, приключения ищешь? Еще один страшила. Фу. Не задерживаться. Мужики, времена сейчас. Нельзя ли как-нибудь так? Открывай! А ты кто? И чего здесь хочешь? Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые зенки, два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Входишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Я не знаю пароля. Тогда плати. Держи деньги. Заходи. Сперва оставь мне оружие. Пускай у меня полежит в целости и сохранности. Ладно, только не потеряй. Не беспокойся. Поговоришь с королем и все отдам.
чудовищ. Восхитительный пример генной инженерии. Что тебя беспокоит? Я на один глаз не вижу, господин. Кострелы! И там... Смотри, что я нашел, мама! Как наше предприятие? Хорошо. Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак? Ты говоришь так, будто у тебя ко мне дело. Кто знает? В наши времена тот, кто носит два меча и умеет извлечь из них пользу, может быть очень полезен. Так послал бы ко мне какого-нибудь подручного. Я хотел посмотреть, как ты справишься. Одно дело умелый, другое еще и ловкий. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовит со своими охотниками за колдуньями подергивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындеж про святость Вечного Огня хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей, а прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город, потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних, потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Меригольд рассталась с близким... Госпожа чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. И вместо того, чтобы любезничать... Вернул бы моему другу его оружие. А как же? Все отдам. Раз сказал отдам, значит отдам. Держи свое барахло. Спасибо. Вы, госпожа, поосторожнее. В Новиграде вам теперь опасно стало. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важно. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно.
Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Еще один скучный день. Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так, иду я с мешком вдоль канала, смотрю, а тут прямо навстречу мне выходит трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди, у меня полный мешок магикалей, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он, небось, на дне. Повезло еще, что он утонул, так что поищи, думаю, он найдется. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Ну, некоторые дела требуют жертв. А люди? И люди тоже. Так может, ты достанешь мне этот мешок? Твоя взяла. Стойте! Слышите? Это за нами пришли. Я раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил, и ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но... Выходите-ка лучше каналами, через подвал. Береги себя, умник.
Сквозняк. Значит, выход здесь есть. Умник не стал бы нас обманывать. На этой стене должен быть рычаг, чтобы открыть тайный проход. Когда-то был вольным городом не только по названию. Поэтому после резни в Локмуине чародеи прибывали сюда толпами. Думали, что спрячутся здесь от палачей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня да в полымя. Новиград стоит на деньгах, а для ведения войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Поэтому магов уничтожают и конфискуют их имущество. Потом возьмутся и за нелюдей. И живут скорее в трущобах. Зато краснолюды фактически контролируют финансовую жизнь города. Где-то здесь и должен быть сверток, если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования и что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к морю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу. Нашел? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори и обломки лодки. А, вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Вижу, ты в своей стихии. Ты еще помнишь, в чем заключалась моя стихия? Полгода срок небольшой, а склерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была? Я все вспомнил. Полностью. Это хорошо. Теперь никто не сможет тебя использовать. Меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Нам надо спешить. Пожалуйста, еще один страшила. Фу! Заскучим ко мне. Как же было дело с Фольтестом-то?
Привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь не одна. Тебя это смущает? Ради вечного огня нет. Я просто удивился. Вдвоем вы справитесь в два раза быстрее. С виду вы настоящие мастера. Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брандон и компания — серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна в Новиграде. В таком случае займемся делом. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Я понимаю следы мантикоры, но следы крыс... Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в Королевском Совете. Но моего короля убили. Ищи щели. Выходы. Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помет. Не ной. Вот, похоже, нужное место. Не нравится мне этот тип. Брандон? Мне тоже. Слишком он жирный. Это точно. Но не понравилось мне то, что он не стал торговаться. Я все. Тогда готовься к магическим фейерверкам. Сейчас я подожду, и у нас будет минутка поговорить. Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ну так как тебе мое житье-бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Темерии до крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... смирившийся. Я знал одного человека, который насмехался надо всем, даже над бедами. Здравый подход. Думаю, он дожил до глубокой старости. Когда в битве он потерял обе ноги, то сказал, что так даже лучше. Что они больше не будут болеть. Прекрасно понимаю этого человека. Я знаю. Только он обманывал сам себя. А у него был выход? Может быть, ты права. Впрочем, правду знает только он. Да. Правду о себе знаем только мы сами. И иногда делимся ею с близкими. Даже если она неприятна? Да. Кто знает? Может, когда-нибудь... Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? У меня все в порядке. Это хорошо. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже все поняла. Пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт,
Это... Я знаю, кто этот Рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Ты такой чуткой бежать надо было, пока можно. Я бегать не люблю, и вот что я тебе предлагаю. Мы уйдем отсюда с деньгами, и никто не пострадает. Ты, видно, шутишь. Я не для того нанял чародейку, чтобы ей платить. Вот тебе совет, мутант. Не лезь в чужие дела. Спасибо за совет, но, к сожалению, я не смогу им воспользоваться. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына! Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обоих. Что не будет мне платить. Меня обманули, как дитя мало. Если бы не ты, надо найти Брандена. Да. Убивайте, сударь! Они меня заставили! Если бы я не сказал, они бы спалили мне дом, лавку! Охотники на колдуньей жалости не знают! Пощадите меня, добрый человек! Не уподобляйтесь этим кровопийцам! Заткнись! Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайкам. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот, вот вам ваши деньги. А теперь пошел отсюда. Спасибо, Геральт. Тебе пора менять компанию. Чародеи бывают куда хуже. Ты знаешь, я все думаю. Кто бы нам помог с Цири? И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна нейромантка, Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец – богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь со мной? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крысами? В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена. Рад был снова тебя увидеть. И я, Геральт. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в Обрезках, за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает?
Рудольф де Йонкер. Из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал: все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Положи это! Умоляю! Это кровь! Не проливай ее! Пожалуйста! Проснись, это только сон. Проснись. Кукла. Чердак. Так, пора заглянуть на чердак. Перестань. Отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. Странно все это. Кукла. На рисунке она лежит в колыбели. Может, стоит найти колыбель?
умоляю, это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! Положи это! Умоляю! Это кровь! Не проливай ее! Пожалуйста!
Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. Печь я видел в подвале. Может, там будет еще подсказка? Делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. То, что ты делаешь, смешно только тебе. Ты шуток не понимаешь. Люди вообще глупые. Из-за тебя у сновидящей кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны — это здорово! Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами, вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко.
Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставят. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Новиград — это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое, давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят, и заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак, он мне поверит. Да, да, да! Сделай так! А я обещаю, что не буду мучить твою подружку, Нини. Ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Меня прислала к тебе Трис Маригольд. Мамочки, у меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме «Золотой осётр». Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Я видел, что госпожа Тилли вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. А второй меч у тебя на случай.
что-нибудь наточить, перековать. Покажи мне свои товары. Прощай. Что-нибудь наточить, перековать. Покажи мне свои товары. Прощай. Прошу, прошу. Что у тебя там? Будь здоров. Не попади под стол. С кем я? В моем возрасте и во время войны. Мне кажется, я вижу претендента на поединок. А ты чё такой белый? О, ва-ва-ва-ва, не тушься, меня не запугай. Здесь я с ним. В жизни не видел, как работают анаэроманты. Я буду тебя направлять.
Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через Бракелон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Дриады Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Но вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Давай продолжим. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови смутьянки родится разрушитель миров. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить. Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности. Когда Йеннифер учил ее накладывать простое заклинание, Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме. Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес. Я знаю, что она долго училась управлять способностями, но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна. Но тон твоего голоса, скрытые эмоции. Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть. Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. Сначала мне снилась ласточка, а потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она связалась с Лютиком.
Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою цель.